Всероссийского объединения «Оазис» Зоя Иващенко. Мы возвращаемся к нашему кино, песням прекрасных композиторов Андрея Петрова и Александра Зацепина. Добрый вечер! Давайте вспомним замечательный фильм «Человек-амфибия». Две песни из этого фильма очень известны. Самая известная, конечно, «Эй, моряк, ты слишком долго плавал», но я буду петь не ее. Уходит рыбак в свой опасный путь, прощай, говорит жене. Может, удастся ему отдохнуть, уснув на песчаном дне. Бросит рыбак на берег взгляд, смуглой махнет рукой. Если рыбак не пришел назад, заплачет рыбачка, упав ничком.